Привет, семья Диди. Мы снова собрались, чтобы рассказать вам новости. С нами Вон. Может быть, он вам знаком больше, чем мы. Он постоянно с вами общается. Он отвечает за поддержку пользователей в испаноязычной части рынка. Мы рады, что он с нами сегодня. Сегодня мы расскажем, что нового по поводу обновления вашего профиля. Профиль заработает завтра. Мы собираемся разослать сообщение по e-mail, а также сделать пост в Фейсбуке. Очень важно, чтобы после того, как мы сделаем рассылку, все прошло в два этапа, о которых мы вам рассказывали. Первый этап – обновление всей личной информации, внесение всех нужных изменений, которые вам понадобятся. Приехали японские лидеры. Мы говорим с ними об этом. Они обещают, что все участники с их стороны выполнят наши требования. Второй этап – вам нужно загрузить в систему свою фотографию для профиля, чтобы мы могли ее увидеть. Еще раз, будет два этапа. Первый начнется завтра, мы разошлем email всем пользователям. Пожалуйста, сделайте это оперативно. Второй этап пройдет в пятницу, вы загрузите свое фото. Отлично. Теперь новости по программе RankingShare. Тестирование проходит отлично. Приложением пользуется большая группа людей. Они успешно тестируют приложение. Это первый этап. Отлично. Теперь о том, о чем мы еще не рассказывали. Мы проводим внутреннее тестирование приложения для Android. Его еще никто не видел. Мы тестируем его в закрытом режиме. Тесты проходят прекрасно. Мы будем рады выпустить приложение для обеих операционных систем для всех пользователей. И важно понимать, когда мы запустим приложение, но у вас не будет обновлен профиль, вы не сможете заниматься RankingShare. Мы предоставим доступ только тем, кто обновит свой профиль. Обязательно обновите профиль. Отлично, еще одна короткая новость. Текст в документе о комиссии, который мы выслали вчера через Facebook, был слишком мелким для чтения, поэтому мы разместим его в бэк-офисе, видимо, сегодня вечером. Он должен быть доступен завтра. Извините за задержку. Это будет сделано и на испанском, и на английском языках. Еще один пункт – международное расширение. Это очень важно. У нас будет три этапа, о которых мы расскажем в пятницу или субботу в таком же видео. Мы также опубликуем план, по которому будет понятно, на какой стадии находится наша работа в каждой стране. От предварительного запуска до официального бизнеса с лицензией. Мы предоставим вам эту информацию совсем скоро. Прекрасно, это все на сегодня. Все идет отлично, мы благодарим вас за терпение. Завтра мы снова расскажем новости. Спасибо.